Блин. Повторный подход. Да-да-да. Пытаюсь. Короче, вперед можно сколько угодно. Назад. И... Ну что, как долго? Ты сколько себе нафигачил? Нет, я себе по самые помидоры закачаю. Воу-воу-воу-воу! Доска отвалилась. Блять, ну вот падал, а? А чё вот он делает? Разворот на падение. СК-4500. Что-то случилось. Вниз пошел. Короче, сколько у кого? У меня 7300. Три. Я тоже тогда еще маленько. Я еще даже не присоединил, блядь, прям просто летаю в штанге, блядь. Либо боюсь, либо откуда-то в нее. Не знаю. Да я вот именно. А в реале? Боюсь, я боюсь. А в реале я думаю. Я думаю, что, нет. Че, он. Это же резина. Почему нет? Скорее всего, начал мой. Если заденешь эти стабилизаторы какие-нибудь свои. Слушай, он 600 с чем-то, блин, сейчас захерачил. Я вижу. Вот сейчас сбавлять начал. Ты его, наверное, шуганул. К этому, значит, посадку начну будем организовывать. Ночь-то сложнее, да, получается, садиться? Или так же? Я в захвате, кто захватил? Нахрена? И меня тоже. Я не включу специально, ты видел. Повторный подход. Кстати, Соник, включи на самом деле огни, я уже слышу, потому что, блядь... Я знаешь, не слышу, Дони, что ты говоришь. Что-то тихо. Включи огни, я говорю, потому что у меня что control правого нет не... на мини-паде. Тебя не... Фишка в том, что тебя не видно в пространстве.
Попозже, сейчас дает, да. А самолет могу полную паузу поставить, кстати, Саня, можешь паузу поставить. О, наконец-то, молодец. Красавчик. Дал бы 100 рублей. Кант. Готов к подходу. Повторный подход. Готов к подходу. Повторный подход. Отмена дозаправки. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Готов к подходу. Отмена дозаправки. Повторный подход. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Готов к подходу. Разрешаю контакт. Это вот чей выплюнул сейчас? Это левый мне, мой, да, второй? Мой, у меня ДП-1 левый. У меня ДП-2 правый. Слушай, ну вылетел ты мне, походу, идет. Ну да. Я Давай, Дунь, перестраивайся на правый, я влево. Я сейчас показываю левый крыло, ДП-1. Слушай, а какой левый это какой? Ну вот он мне на первый, по-любому. У меня тоже на первый был. Я первый внизу. Смотри. Ну да. Вот сейчас левый, это первый. Да. Вот мне первый сейчас стоит. Так у меня тоже первый стоит. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Готов к подходу. Повторный подход. Нет. Ну, не гает. Наверное. Контакт. Зацепился. Готов к подходу. Разрешаю контакт. Да ёб твою мать, ну ты что делаешь, ты, Алекс? Сань, за тебя опять. Блин, ты, ну, прям, вот он... ты нет, на него он... вышел, ты на его курс вышел. Блин, Сань. Хулиган. $8300. Ну сейчас уже лучше пошло, то есть тут, короче, надо принравиться. Слушай, нормально такие облачка, да? Ну что дальше делаем? Дунь, у тебя что там? Тебе ждите меня. А, ну все, понял. Давай, к какому будешь присасывать, сразу говори. К первому, ко второму, к третьему. Я к третьему иду.
это правый шланг, и дальше мы не будем подходить. Окей, я к первому тогда. Отмена дозаправки. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Отмена дозаправки. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Готов к подходу. Повторный подход. Повторный подход, это что он мне пишет? Пошел нахер? Понял. Готов к подходу. Повторный подход. Ага, то есть опять отмену надо жить, да? Готов к подходу. Разрешаю контакт. Отмена дозаправки. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Готов к подходу. Разрешаю контакт. Тунь, тебя полезло. Слушай, ему похеру, с каким ты этим запрашиваешь, он всегда высовывает сначала первый, потом высовывает второй, понял? То есть, попробуй. Подхожу для дозаправки. Третий у меня. Идет дозаправка другого борта. Ага, гол. Ну, по-моему, вторую. Высуни. Да, у меня первая. Я третий. Готов к подходу. Идет дозаправка другого борта. Сука. Слушай, промахнулся маленько. Что мне, блядь, не перестало цепляться. Кстати, это штанга подсвечивается. Слушай, Дунь, тебя тоже не цепляется? Дунь. Тебя тоже не цепляется? Я боюсь этого ощущения. Слушай, походу делаю это. Он ту для меня высунул. Потому что я позже попросил ее. Слышь? Я ДП-3. Да, давай, переключайся на эту, на другую. Я ниже ухожу под тебя. Давай, смещайся спокойно влево. Я на твою. Понял? Давай, начни. Все, я под тобой. Поднимайся. Уходи влево, 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 влево. У меня уходи. Нету педалей. Веном, ёпта. Не, здесь педали я пробовал, у меня не получается раскачиваться. Я третий поставился. Он походил, потому что я прям в корзину засовываю, а он меня не берет и все, падла, прикинь.
Так он у меня подсвечивался. Ого, я нажал, прикольно. Слушай, а работает они или нет? Дай. Слушай, а почему, вот смотри, у него фону светится, у меня нет. А, вот у меня тоже фар включился. Бля, прикольно. Порадовали ЕДшники маленько, да? Только они свет вывянуть не могут. Чё там? Ничего, не знаю, какой-то шум, кстати. Да. Птицы, ребята, успокойтесь. Это у меня в двери хлопнули. Да? Там ни птицы не было. Нормально, сигналов нет. У тебя двери никто не было, а? Слышно. Это вот что-то там подвалилось. Ну она как двери просто хлопнули и все. Да нет, нет. Я не знаю, что люди хлопнули, это что-то у вас там пиздануло. А, ну не знаю, слушаю, я ничего не слышал. Я иду ровно. Да ладно, ты что, это глюк. Повторный подход. Ты меня, Сань, ты между нами стань просто, и Солик. Все сзади. Солик, да. Витюню включает. Так, он это, он, да-да-да, и правую, надо заново. Готов к подходу. Разрешаю контакт. Отмена до заправки. Давай, Дунь, ты первый запрашивай, а то он опять считает. Я запросил, у меня выпрыгнул первый. Ага, все, понял. Подхожу для дозаправки. Разрешаю подход. Готов к подходу. Разрешаю контакт. Контакт. Держал. Слышь, запомни, а значит что, левый красненький, это что значит? Очень близко? Ну, спасибо большое. Да? Не-не-не. А не потому что ёбнут. Золотые слова. Ну это серьезно, это когда, короче, сейчас я пытаюсь описать, это же наиболее подробно. Это, короче, два с половиной гига, блять, которые шарят в мотании пиздата, решили, что им не хватает жизни авиасимуляторов. Ну то есть они в FSX погоняли такие, погоняли. А какой это же FSX? Это какой там? Microsoft Flight Simulator какой-нибудь там 2000 был, наверное.
Это ЕД, сынок. Даже в армии наконец-то свет не включает. Слушай, а когда три моргают одновременно, это что такое? Заправка закончена. Расходимся. О, ничего себе, ты слышал, да? Расходимся. Все, по домам, ёпты. Я слышу тебя, чё? Говорю, даже эти писи смогли свет наконец-то спустя 15 лет. Повторный подход. Понял. Ну чё, 9 с гаком зацепил. А, 4500. Понял, прерваю. Убираю все. Отмена до заправки. Ты где, командир? Есть, Павлю скажу за тобой. Соник, слева будешь? Ну, справа, справа. Справа будешь, да? Тогда я слева. Как принято. Давай. Я. Тяга-то какая у тебя? 240. У меня 4500. Слушай, а возврат-то? Пока не заедешь, штанга не включится. Режим возврат. А где есть индикация о том, что у меня работает этот долбанный автомат? Нет, все, отлично. Блять, я, да. Все вижу. А ему можно мешать? Но ты еврей. Вот так такой говорят, как евреи. По-любому семья евреев. Ну это круто. Дунь, ты там видишь нас вообще? Так точно. Не я. Соник. Подсветку. Так, кабине просто есть. 15, если что. Он скачал уже. 13. Не, я скачу, но не знаю. До завтра, если что, полетаем на руле. Пенит. Контрольную посадку посвятить в этих палубных летчиков. С первого раза тоже цель. Тут ёбышница, у меня все равно, блядь, нету нихуя. И нечего рулить, поэтому я так. В принципе, если будет там с кем-то стреляться, я могу за авакс идти просто. А, у тебя же авакс надежный есть, фигня, да? Да. Да. Алекс, плюнь пару ловушку. Ты что, не видишь его? Да.
Смотрит звезды, Сань, а не Венус. Ну, потому что Земля... Отражение? Отражение? Так, за горизонтом звезды могут быть, Земля круглая. Как тебе сказать, Дуня? Как тебе сказать, братан? Вот, смотри. Представь себе, что у тебя в квартире две комнаты. Так? Гнили стенами. Так? Но... Вот ты в темной комнате, а в соседней комнате работает лампа. Так вот тут лампочку в лампу наблюдаешь. А между вами стена, в общем. Ну и что-то... Ну-ка еще раз щелкни. Слушай, что-то не пойму, у всех так темнеет все. Да, ночь. Жесть, вот это уже хуй так какая-то получилась. На солнце. Короче, жесть. Да. Темнеет. Кстати, да, если посмотреть в сторону заката, так темнеет нельзя. Ну не может быть так. Если смотришь в сторону заката, то нет. Это... А, слышь? А, давай, я сейчас забираю. Это называется... Эффект привыкания глазиков, все как... Это не я поставил. Снял. Я не ставил. Захватил. Блин, такой вид классный был. О, кстати, а вы, Ермак, это слыхал, что они за 700 рублей продали навигатор на милости? О, чего, вроде отпустил, блядь? Да? Чего, блядь? Они голосы выпустили, то есть навигатор и восьмой. Навигатор в смысле? Чего? Вы че, ебан? Голосы. Бля, вы че, блядь? Ты совсем поехали, блядь. Шишка там у кого-то встала, малахья, блядь. Одна история охуеть не такой просто, блин. А это еще под вопросом, потому что хотел бы такую фигню увидеть до этого, так называется. На чем еще там относится? L39 в пизду. На Миге было бы неплохо, 21-м. Гармин ебать, да? И на 125-м было бы неплохо, навигатор. Гармин. Если там 125 на Т есть, которых там уже все электроника. Надо на турецку. Я...
типа, да, потому что куда было потратить два. Либо на... Бля, ёбнуть на... Бля, ёбнуть. Ёбнуть. Ёбнуть ей просто. Денег. Мало денег. Это не я. Если бы это был я, ты бы оглох. А, есть такие наушники вообще. Да. На них как идут. Я думаю, эту программу не можно выставить в программе. Понимаешь, вакуум наушники, ночные звуки не слышишь. Я знаю, поэтому я ускорил. Мы так далеко учесали? Как у тебя газ? Земля прикольно справа смотрится. Сань, какой газ? Слышь, Алекс? Я думаю, да. Да уж. На солнце поглядел. Долбаные, да? Я стараюсь в ту сторону не смотреть. Угу. Ты, наверное, осень выставил. Подкинуть, что ли, маленько? Что-то такое. Я что, блядь, ебуш? Не знаю. Да, там что-то скрутил настройку. А ты модуль разрешения пилотом управлять выставил? Понятно. А Кузи нового не зажали. Все-таки Кавказ продавали. Когда выйдет 2.0? Ха-ха, мы а во-первых... Они там, кстати, хорёк готовить к выходу. Хорёк Кавказ будет, и мод, и карты нахуй не нужны будут. Чего? Потому что он самый крутой. Расположение самое крутое.
Рельеф. И горы, и горы, равнины, море, реки. Я думаю, Омский залив. Побережье. Да хватит, две, хватит, две тонны, и теперь я просто на массаже на рассвет не гонял. Куда-то Соник улетел. Да, я пытался найти Дуню. Что я тебя вижу? Блин, в экране тебе в глазах не есть, как на солнце, посмотришь. Я вижу. На ЕДшник. Я думаю, слышь, Алекс, слышишь прикол? Полночь. Вниз будешь смотреть на землю, у тебя будет слепить. Да. У них же типа, блин, full реал. Едаем. Вроде как да. Альт, L, да, отвечает. Посадочные фары. Ты что, типа шмальнул? В смысле, у меня наоборот тихий звук. Все, бусай. Только нам до Вианоса. Девяносто девять осталось для посадки. У меня топливо завались. Слушай, а в Сирии наш с БК садились? Ну да, с этим. А с бомбами? Ну я понял. Почему это? Много. А там вроде писали, что вроде посадочные не больше, но кто-то только вылил. Редактор
Кстати, я читал, не знал, оказывается, что было двух местных испытаний, было 130 переноков. 127 кубе переделали в корабельные. Нет, а был местный. Еще. Я тебе фоточку скину. Когда еще такое испытание проводили, да? Это и... Но его разбили. Вот. Вот. Нет, а был с гаком. Именно с гаком. Его разбили. Он был единственным, кстати, на испытании. А там что-то отказ этого управления, которое ESDU, правильно? Произошел отказ, и летчик капитулировал. Блять. Так тошно, блять. Так тошно. Я ничего не вижу. Я смотрю на час, ничего не вижу. Хотел спросить, а что за индикатор справа от линзы топлива? А чё они это хуйню не реализуют? Было бы неплохо, да? Я сброшу автомат. Автопилот выключен. Alt-9. А вы не хотели разочек упороться на награфоне с BMS? BMS? О, ай! Что было? А его невозможно запустить. Нереально, блядь. Там я проскочил. На двигателях продумки всего лишь две дважды можно запустить пытаться. Ну тебе потом легко, ермачок будет. Я говорю, ермачок, тебе проще будет, ты на этом сможешь летать. Как называется? У меня ничего нет, блядь. У меня, я, короче, блядь, у меня есть кобра, но, блядь, там есть нюансик такой, что я на него уронил, блядь, рамку случайно. Ну как рамку, рамища охуевшая, такая большая, пиздец. И там, ну, ей ничего, нужно, короче, склеить трубку, через которую проводят эту штучку. Вот. Интересно, здесь почем. А копры все еще продаются? Да, продаются. Я больше скажу, на выставках юзаются, на всяких. Наверное, китайские остались, которые. Не-не-не. Выставка была по русским VR. Я этот ролик посмотрел, и там кобры юзают сплошь. Там на армии 17, что ли? На выставке. Дешевый. Это для этих, для производителей тренажеров демонстрируют. Я говорил, элеватор на себя. А рука, элеватор, какой? Да. Он еще никогда не стал.
элеваторный. Ты, блядь, здесь лексики ебаны. Ну я понимаю, сам большой это кузнецо. Какой? Вот взять. Ну, что будем взять? Не знаю. Ебаный, блядь. У меня мамба. Я купил еще года три, года два назад, да, купил, блядь, они, и они перестали летать. А у тебя какая кобра, китайская или с нормальным контролем? У меня, кстати, нормально досталось. Так что ты заебал, блядь, заебал, чё-то. Пошёл в жопу. Не дойдешь места, лучше фотографию. Я сам же уже. Да у тебя сколько топлива? 3300, а у меня 900 килограмм. Вопросы? Вопросов нет. Ну да. Вообще-то со мной попытки должны сесть. По идее, блять, я опасаюсь, я наверное моя первая ночная посадка. Моя первая ночная. Не, я знаю. Понял, блядь, потому что я думали, как я визуально. Вот его визуально вот нихуя не видно. Ты видел, смотрел и кидал? Ты видел, там хорошо все видно, да? Странная игра, блядь. Да. А его вот я уже должен, по идее, я вот километров за 10 должен видеть, да? И больше. Но ты свет не видишь, огней. Я не вижу. Что-то есть, но это не огни, блядь, я не знаю, блядь. У меня противотуман какие-то лучше. Я забыл, как выпустить гак. Альт-Г? Километров. Нихуя. Слушай, прикольно, просто. Слышь, Алекс? Сделал бочку сверху вниз, посмотри на воду. Там типа дно, что ли, такие чё, темные пятна. Медуза. Да ладно. Не, у меня четкое вообще. Осталось 800 килограмм. Но без возврата. Хуй я ничего не вижу, Саня. Вот честное слово. А чуть выше колесика садится, да, ты говоришь? Нет, ты не понял. Посмотри прям вниз, вертикально вниз. Прикольно, да? Не-не, нифига. Может, это отражение облаков? Это кракен. Которых нет. Сейчас фото с мартов стоит 41 тысячу на... А стоило 15, 3 года назад. А стоило 11 вообще на? 11, даже. Ну, увидел. Дуня, наглесать. Ебанутся. Исторически, взятые на ночь появились. Долбоёбки. По-любому долбоёбки. Древесные, пусть по-любому, да? Ебу! Ты западаешь, что ли? Чем?
Блять, пиздец, бешеный. Ты видел? А что случилось-то? Нет, а что у меня случилось-то? У меня. А как сложить крылья? Контр-П или что? Я вниз лечу. Что случилось-то? Алекс? Нет, у меня управление все потерялось, всех девайсов, все. Слушай, а как включить эти рули, Сань? Колесо как включить, я забыл. Shift U, правый, левый shift. Блять. Хорошо, слушай, я в крылья не стрелял. Точно правый shift, Сань? Точно правый shift P? Контр-П. Тонику не получилось? О, что он разбился? У меня это хуйня, короче, окно вылетело. И, короче, это... Ну, свернул в дом. Так, контр-Q, да? Я тут не допер сразу. Да-да-да, я уже... Аккуратней дунь, блять. Молодец. А, ну Соня, ты видел, я вырулил, ты не должен был еще взять ты. Дунь, блять, ты. Ты дунь, Соня, ты виноват, признайся. Ты стоял, блять, 30 секунд. Не двигайся, нахуй. Можно было запросить меня. Уходи с палубы. А как фару включать? Ctrl-L? Alt-L. Хуя. Правый Alt-L. Вроде первый дальний идет свет, да? Я готов, все. И включил. И фары бы включил, Соник, еще. Ну ты я посетил. У тебя хорошо сейчас, да? Да, я ухожу. Она видна, перестань. По крайней мере. Я вижу тебя. Тебя не вижу. Сниму видео даже. Я вижу тебя. Давай. Блин, красиво. Второй трос. Газ, Сай.
Дань, он тебя заденет. Ты на ВПП. Стал бы за мной и все. Ёлочкой. Нормально сидел, да? Зачем, не надо? Я хочу, блядь, слепую сесть практически. Как, Дуня? Включай тогда, что ли? Нет, да, не мешал. Блядь, слушай, мне даже интересно, как я сел, Саня. Я не думал. Я когда я вижу... А, у меня двигатели включены пока, у меня ремонт идет. Что если я себе на рулю Рудус буду на F-16 летать? Я говорю себе Рудус намучу, будем на F-16 летать? Клеится в грязных. Я не вижу его пока. За 6 рублей нашел. И два про. А, увижу. Мне кажется, Лёш, ты низко идёт. Да, попытаться скользить по воздуху. Да, теперь точно, четвёртый номер. Поставь. Да. А чё произошло сейчас? Ты свалился. Ты начал сделал? Ты сел на этот, как называется, на трамплин. Он на трамплин сел, Сань. Ты видел? Да я, блин, это... Да, ну, короче. Нет, что, нет, я... Заправка по плану. Перезарядка по плану. Принял. Ты что стоите? В смысле? Если индикатор заебал. Носовой извещатель. Точно. Задумался. О, блин! Я нахер все было, Сань. Я сажусь, ты говоришь. Что ты сказал мне, я-то забыл. Тут у меня бла-бла-бла. Низко, блин, а я боюсь, все, пизда, блин, я сейчас не сяду, да? Я что, главное, вижу под собой палубу, да? Я точно не коснулся. В этот момент я врубаю форсаж, и каким-то гаком зацепляюсь, блядь, за трёт. Резко тормоз. Я резко тормоз. А у меня не было, я не видел, смотрите, я сажу, у меня нос задран, наверх все задрано, да? Я врубаю форсаж, ну все, пойду.
я пойду на второй, ну, как называется, круг, да? Пойду в итоге. И бас, я останавливаюсь перед самой кромкой, знаешь? Там остается немного. А у меня форсаж работает, я... Ты видел форсаж в рыбалке, кстати? Знаешь, он не успел разогнаться, я не знаю, не успел разогнаться. Я тут же убираю форсаж, сильный тормоз врубил. Вспоминай, как бы эти сложить крылья. Потому что они и сами это не сделали. А ты аэродром увидел? Ты крейс, они тут же хорошие, они то же самое. Светит. Крейс два раза? Куда ты какие-то проблемы? Ну я понял, у меня ни воды нет. И не ставил. Лучше извини, в сраной армии, блин, это тоже лучше. Да опять я хуёво зашёл. Вот фары всё-таки включим. Не надо в полете. О, у меня походу движок выбитый. Угу. Меня потому что тянет. Ладно, что, в арене будем сидеть. Ну, стой, стой, стой. А ты перезапускал или... Соник, ты когда сел, ты успел слететь, тихо, 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 тихо. Бля. Как я слышу, да? Нет. Да. Крылья. Правый контр-пэм у меня. Мне походил нос оторвал, что ли? Не, нос я вообще не вижу. Смотри на нос. За последние зацепил, что ли? Да. Не, мне показалось, что это воткнуть корму. Пусть одного.
Глянусь на место. Так, где двигатель находится? Двигатели где находятся у нас, управление двигателями? Управление двигателями? А органы управления поля? Тебе как тяги или что тебя интересует? Не-не, отключение. Ctrl-N, правый. И Alt. Нахуй мне правый, Ctrl, мне правый. Надо запилить другую кнопку. Набери в управление, оно тебе найдет тут же, где находится. Ctrl-N нажми. Запуск прям. Двигателя. Да. Сань, из этой карты исправь, чтобы был ветер встречный. Десяточку выставь. Они, кстати, поправили, кстати, в бете можно было со 102% взлетать со встречным ветром 17 метров. Я с первым взлетал, Просто там 17 метров было. Прям у палубы. Встречный ветер был 17. Полная скорость. О, да ладно, блядь, 17. У нас, блядь, в 20 нормально гуляет. Когда ураган был, там ветер достигал 30. Вот тогда уже щиты летали. Я выключил уже, Саня, я уже вышел даже из сервера твоего. А угадай, выбор невелик. Либо ты сам себе, либо Соник. Ах, а вот теперь после этого хочется, чтобы сделали какой-нибудь, знаешь, либо этот, пантеру, Сань, палубную, американскую. Либо какой-нибудь пропеллер палубный. Блять, не знаю, фаново. Было бы. Потому что если Ил-2 будет сейчас эти, они начнут.